блюдо. Крылову привет передам. Меньше выглядишь. Не понял. Что за вопросы? Вот согласен, странный вопрос. Давайте какие-то полезные вещи лучше спрашивать. Зачем вы тратите время на какую-то ерунду? Трибегаев Алик, тренер по боксу. Это называется «Лишь бы что-нибудь написать». Привет Артему и Маше передай, они супер. Хорошо, передам. У меня тоже в апреле. Это здорово, поздравляю тебя. Привет из Сургута. Сургут, привет. Можешь отдать на растерзание калашу Амирана? Нет, не могу. Как ты считаешь, кто круче, Майами или Росомаха? Ну, как понятие круче, я не могу вообще такое данное понятие втиснуть вообще в эти колодки. Могу лишь сказать, что Рома мне ближе. Рома мой друг, поэтому для меня Рома круче. Я вообще 88-186, это норм, смотря для чего. Дорого ДРЭ обходится. Вы знаете, ДРЭ я всегда праздную бесплатно, потому что мне сами звонят рестораны московские, клубы и бары, и просят, чтобы я у них отметил день рождения, потому что я привожу туда очень много людей новых для них, понимаете? Поэтому мне накрывают уже лет 7, накрывают абсолютно бесплатно все. Они говорят, сколько они народу хотят видеть, я привожу им этот народ. Поэтому у нас такой некий бартер. Работа в кайф, это даже не работа, это любимое дело. Передай Пете привет, хорошо, лучший боксер, кроме Мэя. Ну, их много, сейчас так сразу не скажу. Куда едешь? Я уже приехал в зал. Маша в перископе есть? Нет, Маши, по-моему, нет. С Крыловым едешь в Америку? Крылов не едет в Америку. Крылов едет в Амстердам. Здорово, братан. Привет. Какая защита лучше от Вининг или Рейс? Ну, вообще Вининг, конечно, это признано, то есть, наверное, лучшей фирмой в боксе. Я пользуюсь Винингом. Что еще? Когда в Украину? Когда будет? Зачем, друзья? Я буду приезжать в эти города. Я же не могу просто так приехать и сидеть там. Куда едешь? Я уже приехал. Азамат Засеева. Знаешь Азамата? Нет, не знаю. Полетишь с Никитой в Роттердам? Слушайте, скорее всего, не полечу. Не полечу. Но там не от меня зависит и не от Никиты. Тебе нравятся худенькие девушки или... Чё? Мне нравятся умные девушки. У тебя есть интернет, лагает дневник, хотя Засеева, знаешь, я уже сказал, что не знаю. Так, друзья, нравится имя Милана. Да, очень симпатичное имя, нравится, да. Девушки нет? Девушки нет. Полетишь с Никитой в Роттердам? Уже ответил. Любимое блюдо? Нет такого, нет такого блюда. Какой фильм из последних понравился? Тоже сейчас не вспомню. Не вспомню сейчас так сразу. Почему тогда боксеры геями становятся? Ну, слушай, я знаю таких два. Озвучивать их имена не буду. Знаю двух боксеров геев. Ну, слушайте, это